а многим совсем отвратительный дом. Поэтому им неохота жениться. Пусть дело уже и идет к 30, телами успели они насладиться. Но что-то за гранью никак не найти. Я знаю мужчин по-серьезному верных, но им почему-то совсем не везло. Влюбляются в глупых, коварных и скверных, а все потому, что такие большинство. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто, а умным еще и труднее 100 крат. Им мало лица, красоты или роста. Они, как и ты, идеальны хотят. Есть притча о старом-престаром мужчине. Ему 90, а он не женат. Нашли идеал? Перед смертью спроси. Thank you.
Выборгского районного исполнительного комитета.